Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня, щохвилини можуть піти з життя через ниркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим. Разом заради добра. Вечір добрий. Тема дня на каналі Кіровоград. Сьогодні маємо можливість спілкуватися прямо в нас у студії із Лілією Подкопаєвою, абсолютною олімпійською чемпіонкою Олімпійських ігор 1996 року, суддею міжнародного класу, головою фонду здоров'я поколінь, активним громадським діячем, володаркою 45 золотих медалей. У нас всього 10 хвилин програма. Через те... Добрий вечір. Доброго вечора. На цьому припиняю. Говорити можна ще багато. Дві секунди, я нагадаю нашим глядачам, що в Кіровограді зараз проходить чемпіонат України зі спортивної гімнастики, де будуть визначені спортсмени, які будуть представляти Україну пізніше вже на чемпіонаті Європи. Отже, Лілія, що скажете про рівень самих змагань, про спортсменів, яких побачили, і чи ж має шанси Україна на Європі? Относительно уровня соревнований, Кировоград всегда отличался высоким уровнем приема спортсменов, тренеров, судей. И когда я еще была спортсменкой, вижу, что и сейчас это достаточно высокий уровень, ну, учитывая возможности Украины вообще на сегодняшний день. Что касается гимнасток наших, ну, гимнастика сейчас в очень удручающем состоянии, положении, хотя это медалоемкий вид спорта, который приносит стране больше всего олимпийских медалей. И мне бы хотелось, чтобы наши государственные чиновники обращали внимание больше на олимпийские виды спорта, вот как таковые. Но девчонки, хочется верить и надеяться, и работать на результат, на медали. Но пока я не могу сказать, что у нас достаточно высокий уровень. И за месяц, конечно, мы не наберем тех результатов, которые, в общем-то, должны быть. Но, знаете, как всегда, мы будем верить, надеяться в лучшее, стремиться к этому. И я благодарна тренерскому составу, потому что в это непростое время в нашей стране, я не говорю вот в данный момент, а уже последние там, 10 лет, все держится на энтузиазме тренерском, на энтузиазме родителей и детей. Коли ви говорите про брак уваги до цього виду спорту, маєте на увазі фінансовий аспект питання? Однозначно, і фінансовий, і абсолютно, знаєте, вот со всіх сторон, якщо посмотреть, я вам приведу пример, в Америці гімнастичних школ 6 тисяч, на секундочку, 6 тысяч, в Китае более 4 тысяч, то в Украине их можно пересчитать по пальцам, ну вот такого уровня, как в Кировограде. Это буквально, ну может быть, с десяток, если наберется, это будет очень хорошо, аллилуйя. Но всегда гимнастика давала такую сборную команду, составляла там, со всех регионов. Сейчас это в основном Киев, есть несколько детей из Кировограда, есть несколько детей из Донецкой области, ну, по большому счету и все. И, конечно, смотришь на это все, и сердце кровью обливается, потому что славные традиции гимнастические, Полина Астахова, олимпийская чемпионка, Борис Шахлин, Лариса Латынина, Татьяна Гуцу, Лысенко из Кировограда, Пантелеева, Зелепукина, Ольга Тисленко. Сейчас, к сожалению, пока девчонки не продолжают эти славные традиции. Вы почали тему гимнастичных школ в Украине. Вы маете свои гимнастичные школы? Нет, у меня нет гимнастической школы в Украине. Она носит мое имя, потому что когда-то я тренировалась в Донецке, начинала свою спортивную карьеру. Но для того, чтобы содержать гимнастическую школу, это огромные капиталовложения. И на сегодняшний день это не может быть частным бизнесом в нашей стране. В Америке, да, это частный бизнес. В нашей стране это должна быть государственная политика и поддержка на государственном уровне. Лілія, трапляється так, що ви буваєте в містах України і на змаганнях, чи, можливо, там на інших заходах, зустрічаєте спортсменів, маленьких, юних спортсменів, яким потім допомагаєте реалізуватися? Я допомагаю з точки зрення свого фонду благотворительного підтримки молодих спортсменів, ветеранів спорту, ну, тільки от в такому духі. Ну, і, звісно, якщо ко мені звертаються за советом, что-то вот посмотреть, подсказать, то я всегда готова. Я, знаете, вот сколько я встречалась со студентами, со спортсменами. Если там поставите турник, и меня там, ну, попросят о помощи, я с удовольствием приду и буду помогать. На турнике будем
подтягиваться, отжиматься и так далее. Просто мне кажется, что нужно популяризировать спорт и благодаря средствам массовой информации рассказывать о тех людях, которые делали историю для нашей страны. И молодому поколению нужны примеры, правильные ориентиры в жизни, потому что они как губка. Они впитывают все то, что вот они видят по телевизору, то, что они видят в журналах. И, может быть, со стороны кажется, ой, как это все легко и просто, и вот манна небесная падает. Но на самом деле это такой труд, это адский каторжный труд. И иногда вот я сравниваю труд спортсменов как труд шахтеров. Они рискуют своей жизнью, спускаясь в шахты. Точно так же спортсмен. Одно неловкое движение, там, не тот поворот головы, или там, на килограмм ты прибавил в весе, это травмоопасный вид спорта. И, кстати, в мире он считается одним из самых экстремальных видов спорта. Никогда не думала, но вот оказалось, что гимнастика занимает именно такую позицию. Ваши дети занимаются этим видом спорта? И хотіли б ви, аби вони теж стали олімпійськими чемпіонами саме з такого виду спорту? Ну, я думаю, что для любого родителя было бы, конечно, безумно приятно, если его ребенок будет стоять на высшей ступеньке пьедестала. Но как спортсмен, гимнаст, не буду кривить душой и лукавить, я не хотела бы, чтобы мои дети занимались гимнастикой профессионально. Я знаю, сколько нужно, слишком много всего нужно положить на алтарь спортивный. Но мои дети занимались спортивной гимнастикой для общего развития. Я рекомендую всем молодым родителям, чтобы они приводили детей в гимнастику, потому что это гармоничное развитие. Дальше уже будете определяться. Футбол, плавание, теннис. Но когда у тебя развита вот твоя мускулатура, это прекрасно. Сейчас Вадим мой занимается плаванием. У нас есть первые результаты. Он выиграл первые соревнования в прошлом году, проплыв дистанцию 50 метров там, за 50 секунд. И, конечно, я была очень горда. Ну, что тут можно сказать? Слезы наворачивались, и я кричала, что это же мой ребенок, это же мой сын. Вот, я думаю, что каждая мама испытывает именно такие эмоции. Как подбодрить? Дюрюєте і які поради даєте, як спортсмен-спортсмен? Ну, я, к сожалению, в плавании не могу ничего там посоветовать. Более того, я не очень дружу с водой. Но как спортсмен-спортсмен, вот он мне говорит, мам, я стану олимпийским чемпионом. Хочу быть похожим на Яну Клочкову. Я говорю, класс, супер. Я говорю, только спроси у Яны Клочковой. Мы дружим, и она часто бывает в гостях. Я говорю, сколько она работала для того, чтобы стать вот такой золотой рыбкой? Он, ну да. Я говорю, ну вот поэтому соображаю. То есть я ему стараюсь там наглядными примерами, потому что, я же говорю, все это выглядит очень симпатично и заманчиво. Но когда им рассказываешь, вот как я там вставала в 5 утра, чтобы в 5:30 выйти из дому, чтобы в 7 быть утра на тренировке, это был такой график. Первая тренировка, бежим в школу, возвращаемся. Вторая тренировка, возвращаемся домой. Причем тогда машин, в общем-то, не было. Это трамвай, это троллейбус, автобусы. И как сейчас, для многих детей есть очень много там на блюдечке всего. Но, наверное, все-таки финансовая часть, она очень сильно стимулирует для каких-то там свершений. Лілю, зараз ваш график такий же насыщенный? Так само починаете день рано вранці, закінчуєте пізно ввечері, вже будучи втомленою? Ну, я думаю, что график родительский, он, в общем-то, 24 часа в сутки, да? Ты полностью посвящен. Теперь это ваше главное занятие? Конечно. Прежде всего, я мама. Но помимо мамы, ну, наверное, это не совсем мое призвание быть домохозяйкой, хотя этот труд очень сложный и тяжелый. Но моя работа – это социальная работа, это фонд, который я возглавляю. Это привлечение спонсоров, это проведение соревнований, это работа, еще направление с детским фондом ЮНИСЕФ, с Организацией Объединенных Наций, это ВИЧ-инфицированные люди, это детки, у которых нет родителей. То есть 24 часа в сутки, ну, можно сказать, что почти хватает. В Кировограде есть представительство вашего фонда, или как можно про него больше дізнатися, например, тих, хто хоче вашої допомоги, а тих або тих, хто готовий допомагати вам. Інформація є в інтернеті, але в Кіровограді у нас немає представництва. Наш фонд, звісно, мені б дуже хотілося, щоб він розростався і в масштабах України був. На сьогоднішній день спортсмени знають, кому можна обратитися. Не завжди. У мене немає заводів пароходів, які я могла б якось інвестувати більше в фонд. Але, тим не мені, це і фінансова допомога, це допомога спортивна одяг, це якісь
там, отправить ребенка на реабилитацию, на отдых куда-то. Ну вот на это нам, слава Богу, наши партнеры нас поддерживают, и нам хватает. В Кировограде вы не вперше? Місто змінюється з приїзду в приїзд? Да, хотела сфотографироваться на фоне памятника Кирову. Не удалось. Да. Хотя была в ноябре, в октябре были соревнования в прошлом году. Вот, конечно, город меняется, но не могу сказать, что очень быстро. Вот. Хочется, чтобы в Украине просто очень много талантливых людей, трудолюбивых людей, и Украина настолько должна процветать, вот, что хочется видеть изменения вот здесь и сейчас. Знаете, иногда, как по взмаху волшебной палочки, просыпаешься уже в другой стране. И вот так хотелось бы, чтобы изменялись там, наши какие-то там, условия для жизни. Чтобы, вот, если говорить о тренерах, которые ведут спортивную гимнастику, чтобы они не уезжали из Украины, а чтобы они работали здесь на благо страны и, в общем-то, растили новых чемпионов, которые будут радовать нас. И когда будет звучать гимн Украины, мы будем все рыдать от счастья, потому что это именно наши спортсмены. Трошки тему зачепили, не можу не спитати. Яке ваше ставлення до ситуації в Україні, яка зараз склалась? Ну, однозначно, ми зараз всі дуже накалені, і у нас нерви оголені, ми все воспринимаємо з особою остротою. Я не можу собі представити, і у мене траур по тому, що Крим, ну, в общем-то, уже не наш. Я на самом деле никогда не пойму, что политики играют на чувствах людей, когда пытаются разделить Восток и Запад. Никогда этого не было и не будет. Это люди, политики используют это как инструмент для своих каких-то вещей, к сожалению, становится страшно. И я буду говорить о том, что я представитель Донецка, приезжая во Львов или в Ивано-Франковск, никогда не чувствовала какого-то давления по поводу языка, на каком я языке говорю, неважно. Самое главное, это тот язык, который понимают все. Культуры, воспитание, человеческих качеств. Поэтому я верю, что мы будем единой, неделимой, соборной Украиной. Я очень надеюсь на каждого из нас. Не нужно перекладывать на политиков вину. Мы все живем в этой стране, это наша семья большая, и мы должны быть соучастливыми, сострадательными, толерантными, научиться выслушивать, не только слушать, но и слышать, о чем говорят, и пытаться находить компромисс для того, чтобы решать вопросы. И я очень надеюсь, что российская сторона оставит нас в покое, а мы уж как-нибудь в своей семье разберемся сами. Я вам дуже дякую за розмову и дякую за визит в Кировоград, сподіваюся, він буде для вас Спасибо приємним. Большое. Глядачам я хочу сказати, що це, мабуть, зайве, але все-таки нагадаю, Лілія Подкопаєва була в нашій студії сьогодні. Дякую. Тема дня на каналі Кировоград. Дякую.